Привет! Сегодня у нас 11 марта 2021. А зима все никак не хочет отступаться. Это у меня в доме температура плюс 30 градусов. Вот такая температура, потому что тут у меня электроплитка находится. Что-то разогревается. Сейчас я вынесу градусник на улицу. Поставлю его на 5 минут, а может на 10, и покажу, какая температура окажется на улице. Прошло 10 минут, а может даже немножко побольше. Градусник я вытащил на улицу. Сейчас мы пойдем посмотрим, какая же все-таки там температура на градуснике. Да. Градусник специально положил на каком-то расстоянии от дома. Это у меня что-то типа дровяника. И сейчас мы посмотрим, какая температура. Ага, видите? Минус. Минус 27. Видите, минус 27. Ну как это вам не слабо? Вот так вот весна сейчас борется зимой. Днем пригревает солнышко, а зимой, ой, а ночью где-то часа примерно в 3 утра вот такая вот температура, какую вы видите на градуснике. Все на этом.